Степа! Вставай! Вставай, Степа! Давай, давай, миленький мой, беги! Да харе спотыкаться-то уже! Я уже третий час жду, пока ты мне эту коробку принесешь! Давай иди сюда! Ставь ее уже! Да, здорово! Да, принес, на! Ага, молодец. Все принес, что я просил. Так, заберу-ка я вот это, заберу вот это. Что мне пригодится еще? Давай вот это, пару гранатов, миниган. Ну и базуку, в принципе, можно взять. Она, мне кажется, тоже пригодится. И световые гранаты. Это все, да? Ты уверен, что ты хочешь это сделать? Степа, у нас есть план, и нам с тобой нужно придерживаться этого плана. Только, пожалуйста, никому не говори, а самое главное, мелкому не говори. Чтобы только мы с тобой знали, что мы планируем в ближайшие несколько серий сделать по поводу маньяка. Я могу на тебя рассчитывать, Степа? Может, мне с тобой пойти? Степа, у нас есть план, у нас есть цель. Понимаешь? Я должен туда пойти, я же сделал этот план. Маньяк хочет лично меня только одного заманить в его дом. А у меня немножко другая цель. Я должен выманить маньяка из его дома. План сработает 50 на 50%. А если не сработает? Ну, Степа, если план не сработает, тогда я тебя поздравляю! В моем завещании просто написано то, что права по усыновлению у мелкого переходят тебе. Поэтому поздравляю тебя, батек! Батя! Отец! Мужик! Вы же давно с Маргаритой Степановной мечтали усыновить кого-то. Вот! Мелкий, отличный повод! Но это только в том случае, если я не вернусь. А вернусь я или нет, мы узнаем или в конце этой серии, или в начале следующей серии. Все, Степа, давай забирай эту шарманку. Я потопал. Впереди длинная-длинная ночь. И встреча с маньяком и Франкенштейном. Удачи тебе! Тебе тоже, Степа, удачи! Если что, всем привет передавай! И я надеюсь, то, что ты меня не подведешь. Про план помни! Не опаздывай, главное, чтоб ты был там в ту секунду, когда ты должен там быть. Все понял? Ой, как все запутанно и сложно! Ой, что ты хотел, Степа, что ты хотел? С этой ситуации с маньяком надо как-то выбраться. А еще, кстати, Степа, эту серию я, возможно, как-то назову, типа, что-то там жизнь ютубера закончилась, или там непослушный ребенок конец, что-то в этом роде. Но это не значит то, что жизнь ютубера закончилась. Жизнь ютубера закончится только тогда, если я не вернусь в следующей серии. Но это так, на всякий случай, чтобы перестраховаться, чтобы подписчики знали, если что. Ага. Понял, ага, я передам им. Все, спасибо, Степа, давай. Путь в один конец. Именно туда я сейчас отправляюсь. Если вдруг это последняя серия жизни ютубера, если вдруг после этого ролика видосы на моем канале перестанут выходить, весь свой канал я завещаю тебе. И всем остальным. Почти 5 миллионов подписчиков на канале, я всем вам завещаю свой канал. Ну, как почти 5 миллионов? Там еще чуть-чуть не хватает, поэтому в честь вот этой серии жизни ютубера, кто еще не подписан, подпишись на канал, чтобы добить эти 5 миллионов подписчиков, потому что если я перестану записывать ролики после этой серии жизни ютубера, вы начнете записывать ролики. 5 миллионов подписчиков, 5 новых миллионов роликов на канале. Ха-ха, нифига себе! Доброжелательно, очень доброжелательно. Так, у меня все перезаряжено, здесь граната. Где гранаты? Здесь у меня светофая, здесь у меня обычная базука. Базука, все перезаряжено, миниган тоже перезаряжен. Welcome! Ага, welcome! Кто-то есть дома? Маньяк, я пришел разобраться один на один. Только с тобой. Выходи, подлый трус. Выходи, собака. Давайте сразу поднимемся на второй этаж. Я уверен, что он сразу же находится где-то вот там. Потому что тогда, когда мы впервые пришли в этот особняк, он был именно там. Ядреный Франкенштейн, не ты мне нужен, а маньяк мне нужен.
Уйдите, чистая сила! Ой, сейчас... Ой, подожди, сейчас я перезаряжусь. Нет, это долго будет. Так. Это мы уже с тобой проходили, мы проходили то же самое. Подожди. Ну, вот это его хотя бы немного задержит. Слушай, Франкенштейн, отстань, а? Единственный человек, который мне нужен, это маньяк. Я пришел сюда с ним встретиться. Он же меня сюда позвал, а не ты меня позвал. Отстань! Я знаю то, что ты его пешка, и ты выполняешь все его вот эти требования. Так как мне отсюда выбраться-то? Единственное, что мне нужно найти, это маньяка. Я не знаю где. Он 100% должен находиться в этом здании. Франкенштейн, сгинь, нечистая сила, а? Мама, я тебя люблю, но сыну твоему надо уйти. Ешкины матрешки! Слушай, Франкенштейн, я уверен, то, что мы с тобой найдем общий язык. И с маньяком мы тоже... Уйди, и с маньяком мы тоже найдем общий язык. Но мне с ним только надо увидеться, ты-то тут ни при чем. Я еще и миниган. А так у меня калаш есть. Ты, походу, я не знаю, чего ты сделал, но тебя даже пули не берут. Так, подойди сюда. Вот, держи тебе калаш. Вот ты с ним можешь пострелять, если хочешь. Хороший. Калаш! Надеюсь, он не умеет стрелять! И надеюсь, он не умеет быстро бе... О, так вот. А, ну, в принципе. Франкенштейнчик! Я тебя жду! Нет, это бесполезно, просто бесполезно. Так, что у меня еще здесь? Базука. Базуку, я не знаю, наверное, базука сейчас так шандарахнет, разнесет здесь все в округе. Спички. А здесь уголь от предыдущего пожара. Подойди, Франкенштейнчик, подойди! Ты, походу, вообще бессмертным себя почувствовал. Тебя, походу, вообще ничего в этой жизни не берет, а? Слушай, что? Световая граната. А вот так. Закрой глаза и уши. Ай! Хорошая разработка контрабандистов, но башка после этого болеть начинает сразу же. Лови еще одну! Вижу, его неплохо там контузило. Так, я выиграл немножко времени, я выиграл! Маньяк! Выходи, подлый трус! Я знаю то, что ты где-то здесь, я пришел с тобой только разобраться! Здесь тебя нет! Чё ты скрываешься-то за своим Франкенштейном? Ты меня позвал, значит ты выходи! Здесь его нет. Здесь был Франкенштейн, когда я первый раз его увидел. Ты там, собака, на крыше! Я помню то, что он тогда там прятался. Здесь ничего нет, где он спрятаться-то мог. Маньяк! Выходи! Полина! Это же вот та, вот так, это продавщица вот того магазина, который совсем недавно открылся, вот это, все по 5 рублей или все по 5 копеек. А я-то думаю, куда она пропала? Хоть я в ее магазин давно не заходил, и, наверное, я бы так и не узнал никогда в жизни то, что именно она пропала. Но надеюсь, она просто в отключке, надеюсь, я ее спасу после того, как разберусь с этим маньяком. Маньяк! Ага, Франкенштейна там уже походу нет. Он, наверное, ушел. Так, мне кажется, стоит пойти на балкон. Возможно, с балкона я смогу что-то... Ты что, издеваешься, что ли? Ты издеваешься? Как ты только что... Ты как ты сюда там... Стой! Стой! Я сдаюсь! Я полностью сдаюсь! Меня уже заколебал это!
Я уже заколебал, это война с этим чертовым маньяком, забирай! И спички, и рогатку даже мелкого, и вот миниган забирай, гранаты забирай, все патроны забирай, базуку забирай, все, что у меня есть, все забирай! На, ножики все забирай, все, даже ножницы забирай, да еще одни спички забирай! Все! И куда ты ушел? Ты что, струсил, что ли? Я же тебе все свое оружие выбросил. Здравствуйте! Вот мы с тобой и встретились, да, наконец-то. Ну слушай, я бы на твоем месте, если бы я был мужиком, каким я являюсь, а не тобой, я бы спрятал эти ножницы, ножики. Нет, то есть ты меня сюда звал, чтобы мы с тобой разобрались как два мужика, да? А сам струсил. Сначала Франкенштейна своего на меня натравил, и только сейчас явился, когда я выбросил все свое оружие, да? Только сейчас явился. Подлюка ты такая пропердонская. Ну ничего, ничего. План-то мой действует. Да иду я, иду, иду. А, ты меня, походу, в клетку к Полинке, да, заманиваешь? Хорошо, хорошо, хорошо. Ну все. Походу, я отсюда никогда не выберусь. Сам пришел. Так ты разговариваешь. Все эти серии ты даже звука не произносил. И только сейчас, когда я... Да, я сам пришел. То есть боялся, значит, всех остальных. Да, когда я здесь сам и никого нет, значит, сейчас я вот такой крутой, да, со своим Франкенштейном этим. Добро пожаловать в ад. Вот и Франкенштейн, да, твой идиот? Честно сказать, он у тебя не особо умный. Вот прям плохо ты его воспитал, прям очень плохо. Ну что, маньяк, мне кажется, пришло время с тобой серьезно поговорить и выяснить, что же ты хочешь от всего города, от меня, от мелкого, и, в принципе, на кой черт ты здесь взялся? Месть! Значит, мы с тобой знакомы. Я долго ждал этой встречи. Ты? Это... Арсений Гонщик? Это ты? Я тебя год не видел, ты сатана! Пришло время расплаты. Так, мне кажется, разговор у нас с тобой будет очень длинным, да? Да.